передай, что мне нужны очень, ну, ты можешь купить тапочки домашние, простые, и очень мне нужна книга Кабалы. У нее, у Сони есть книга Кабалы. Я очень внутри ранимый человек, и, может быть, в каких-то даже смыслах закомплексованный. Лицо растет прям в разные стороны. Я ж на графа похож. Принц. Просто принц какой-то. Привязали черти к оси новой жерди, не поедем. Привязали злые дни, да на целых три дня не поедем. Нет, ну ты понимаешь, я Шаляпин, какие мне блестящие. У меня мою прабабку Луча на повороте приезжал поздравлять с 90-летием. Здесь все, я тебе хочу сказать. Но я легенда. То есть он миновал звезду, он сразу обошел это, перескочил сразу в легенду. Ушел. Да. Нет, вы поймите, что вы звезды, а я легенда. Посмотреть, твои понты, они стоят чего-нибудь или это просто понты? Я вообще не переживаю. Вот, ну выгонят, ну что теперь, пойду. Тебя всю дорогу искал и надежду уже потерял. Ты спешила домой, мне махнула рукой, села рядом со мной. Это счастье, что нам по пути, и в тебя я влюбился почти. Постарайся понять, чтоб тебя не терять, я решился сказать. Да, быть с тобой до утра. Ты первая красавица, красивых много, ты одна. Дай, милая проказница, все сказать, что хочу. Ты первая красавица, садись, поедем, прокачу. Все теснее прижимаясь ко мне, казалось, довольный вполне. Я тебя обнимал, я тебя целовал, вот и час мой настал. Дай, милая проказница, быть с тобой до утра. Ты первая красавица, красивых много, ты одна. Красавица, красивых много, ты одна. Дай, милая проказница, все сказать, что хочу. Ты первая красавица, садись, поедем, прокачу. Прохор Шаляпин – это великий гонщик. Просто Шумахер наш, Лубина. Прохор – умница. Но сначала настало время узнать, как проголосовали телезрители Первого канала. Я очень хочу сказать спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы так активно, будучи не вовлеченными в фабричный процесс, смотрите «Фабрику на Первом» и поддерживаете наших фабрикантов. Вы даже не представляете себе, как это нелегко.
просто при полной цветущей весне сидеть в звездном доме и высовывать из него нос только тогда, когда нужно поехать в Останкино на концерт. Спасибо вам! Телезрители, а теперь ваше слово. Всем внимание на экран. Особенно трепещут номинанты, потому что сейчас на экране появится великая таблица, на которой в процентном соотношении будут отражены телезрительские голоса с небольшим отрывом, с перевесом в 1%. Телезрители спасают Прохора Шаляпина! Это называется, да, надо уметь зажечь, надо быть заметным. Осталась у нас опять нелегкая задача.